кормушки очень удобные. В том, что сено содержится именно так же внутри. Там, да? То есть... И животные могут копошиться, и доставая оттуда голову, они вот не вытаскивают так же за собой сено. И плюс их можно перемещать. То есть кормушка довольно-таки легкая, один человек перемещает, даже если там запрессовалось сено, да, испортилось, дождь прошел. Их всегда можно переставить просто рядом и также насыпать сено. Очень удобно. Самый главный момент, чтобы овца могла там ковыряться и находить для себя лучшие травы. А вот мне кажется, расстояние очень большое, овца туда может залезть. Нет, не залезает. Единственное, кто туда пролезает, это ягнята. А овца засовывает только, как видите, голову. Ни одна овца еще туда не влезла. Не пролезают, да, в эти отверстия? Нет, ну вот она стоит, можно вот поснимать, как едят овцы. Андрей, а не проще ли поставить, ну, как обычно, какой-то металлической конструкцией и в нее рулон воткнуть? Можно и так сделать, тоже это как вариант. Ну, просто из дерева сколотить, по-моему, это довольно-таки простая конструкция. Я ее даже где-то видел, по-моему, в Волгограде Дельбай. Да, Ираги Исаевич похожее делал. Да, что-то подобное я где-то видел тоже, они у них сделаны. Но в некоторых хозяйствах я вижу, что просто ставят рулон. И овцы его закидывают рулон, они его объедают. Но минус в том, что половину... Из этого они съедают, вторую половину затаптывают, на него же опорожняются, и потом все это превращается в навоз и портится. Ну, и у вас-то здесь так же? Да, но это вот это все накопилось уже, наверное, за год, наверное. То есть это малая часть? Это, да, могло быть гораздо больше. Да, если бы мы ставили, то было бы гораздо больше. Просто не все травы поедают, не все травы съедают овцы. В любом случае что-то будет оставаться. Не бывает стопроцентной поедаемости. Но при измельчении вот рулона, вот то, что мы используем на ферме, когда пускаем кормораздатчик, измельчитель, да, поедаемость увеличивается до 90%. Ну понятно, она мелко и миксуется между собой, и они все это поедают. И не вытягивать все остальное. Это тоже сантиметров по 7, наверное, 5-7. Не за что зацепиться. Не за что вытаскивать, да, они это поедают полностью. Андрей, рассказывайте, куда мы сейчас пришли? Это отдельный загончик для ягнят. Мальчик. Или только для ягнят? Это только для ягнят. Вот видите, если вы увидите, это помещение отграждено и сделаны маленькие окошки. Так. Ширина этих окошек 17 сантиметров. Когда начинают подрастать ягнята, у них возникает потребность в грубых кормах. Соответственно, им нужны питательные вещества, а так как овцы с ними не делятся в тех кормушках и съедают молниеносно все, ягнятам нужно где-то подкормку получать. Для этого мы вот на начальном этапе пока ставим одну кормушку, чтобы они не переедали, и насыпаем сюда дробленку. Угу. Они заходят сюда, а овцы не могут пройти через вот эти ну, вот... Ну, тот же ячмень, только дробленый. Только дробленый, да. Так. Даем. И они постепенно начинают привыкать, приходят сюда и постепенно-постепенно подъедают по мере подрастания. А приходят они вот через эти глазы? Да, люки, да, через эти То есть овца не пройдет? Не пролазит, да, а ягненок пролезает. Да, пролазит. Да, и они подъедают. Просто если так вот поставить, овцы сразу съедят. Да, овцы сразу же сожрут. А сюда-то зачем проход? Тоже дополнительно, чтобы ягнята там нету стенки, понятно. Да. То есть, понятно. Так, очень клево. А вот с этой стороны что за лоток? Это с этой стороны уже, когда подрощенные раздачи корма у нас иногда. Это раньше было, мы раздавали, когда еще... Ну, здесь конструкция сборная и разборная, в зависимости от этого. Это может разобраться, могут содержаться только взрослые овцы. Поэтому раздача может происходить с той стороны и ссыпаться зерно в этот лоток. То есть овцы получают, не контактируют с тем, кто раздает зерно. Это было у нас вот так раньше. Понятно. Понятно. Ну, то есть сейчас это не используется. Да, сейчас, да, да. Сейчас просто через эти лазы проходит. Да, да. Очень клево. Еще раз. Узкий лаз, ягненок проходит, овца нет. Овца нет. Ягненок, ягненок получает дополнительную подкормку. Да, когда уже желудок привыкает к грубым кормам.